Зеленый. Монстр, похожий на надувную игрушку, которая называется Iron Man. Да, кажется, именно так она и называется. Он большой, медленный и слепой. Самый простой монстр. Наткнуться на него случайно, ну, очень сложно. Ведь он периодически издает пищащие звуки. Он вообще ловит кого-нибудь? Даже красный монстр смеется над этим. Невозможно попасться слепому монстру. Или возможно. Ну и кто не хотел бы поиграть за зеленого монстра и поймать игроков, думающих, что вы их не видите? Но у монстра как-никак ограниченная зона видимости, хотя временами кажется, что он целенаправленно за кем-то идет. Зеленый монстр издает веселые звуки, но это скорее наводит страх на игрока, потому что они говорят о его скором приближении. Конечно, прожженных игроков он не так пугает. Зеленый монстр опасен только тем, что может встать у вас на проходе, а вам очень захочется пройти. Тогда можно укрыться коробкой и пройти аккуратно сбоку. Кстати, поскольку он слепой, поэтому он так медленно передвигается и ощупывает поверхности вокруг. Если ему попадется чья-то нога, то все, кому-то придется забыть о победе. Сегодня я прослежу за зеленым монстром, и мы увидим целых две разные анимации, когда он ловит игрока. Да, все-таки есть такие люди, которые умудряются на него наткнуться. Может, их просто пугает внешний вид монстра. Посмотрим, какие места любит посещать зеленый монстр. Кстати, интересно, как он пролез через сетку, если он слепой? Зеленый вместе с синим. Они идут прямо к выходу. Ага, сразу видно, это новичок. Как жестко. Прямо об стену. У зеленого анимация еще круче. Да, повезло остальным, что зеленый не пошел дальше. Такое чувство, что он идет прямо за игроком. Даже как будто бы ускорился. Ага, еще один новичок. В общем-то, зеленый не так уж и редко ловит игроков, как оказывается. Заметили, что практически всегда это новички. Такая же анимация. Жестко дубасит игрока о пол. Не, ну только посмотрите на это. Это просто топовая анимация. Так как это самый темный этап, я попробовала все-таки увеличить яркость, поэтому такая странная картинка. Зеленый тоже умеет карабкаться по лестнице и даже посещает комнату оранжевого монстра. Да, но оранжевому монстру как-то все равно на зеленого. На самом деле со мной больше почти не осталось игроков, и немного попотев, мы сбежали в этот раз. Ну а скоро я выпущу ролик об интересных фактах и загадках радужных друзей, поэтому жми колокольчик, чтобы не пропустить, и до новых видео!